Ей все привет, дорогие друзья, с вами Димас, Плеймар, Кирилл Геймер, Дэн, Фуфил Шмерц, Венера, Данила Антифай, King on Fire, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная серия, будем выживать на карте Gravity Falls. Так, стопы, подождите, пацаны, успокойтесь. И будут у нас очень классные правила, будет 7 хедкрабов и 1 выживший. Если пяти кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Выживать. Я должен затащить по красоте. Ну что, давайте, вонючие хедкрабы, я вас не боюсь. Блин, они прям сзади все крякают. А, блин, это было жестко, это было очень близко. Так, отлично. Ну что, пацаны, где вы там? Так, пока весь хорошо выживаем. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Снимаем очень классные, веселые ролики. И уже будут опять выходить ролики с вебкой. Потому что стримлю без вебки. Ой, стримлю с вебкой, записываю без. Поэтому будем все уравновешивать. Если вам нравятся ролики с вебкой, напишите, нам нравится. И каждый ролик будет выходить с вебкой. Если напишите не нравится, значит будет без вебки. Опа, уже приближается. Первый хедкраб доскакал до меня. Давай, давай. Давай, 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 красиво, Венера, давай. Так, один есть. Так, теперь надо как... Блин, а я теперь могу... Ой, ой. Ой-ой-ой, надо валить. Я вас обманул, пацаны. Теперь я уже в другой части карты. Ай, блин, укусил, у меня 40 хп осталось. Блин, еще один прыжок. И все, я сольюсь. Интересно, кто же меня убьет и кто будет выживать? Тихо-тихо-тихо. Хедкраб. Ай! Ха-ха! Вы друг друга мочите. Отлично! Так, валим-валим. Так, вот тут самое легче выживать. Закрываем везде двери. О, если буду так стать, они двери не откроют. Давайте проверим, смогут двери открыть или нет. Так-так-так. Проверяют везде. Слышите, как двери везде открываются? Дверь наружу открывается! Я думал, она только вовнутрь открывается. 7 хедкрабов не могут меня убить? Неужели так сложно? Я тебя сейчас убью. Да нет, ты меня не сможешь убить. Давай, 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 давай. Ты сможешь, я в тебя верю. Кто? Кирилл Геймер. Опа. О, блин, я хотел реально в последний момент отскочить. 3, 2, 1. Это было немножко по-читерски, но это было и прикольно. Ой, меня убили, я же свой. А нет, это я убил. Ну что, Кирилл Геймер. Есть, его убил. Дэн, ну что, ты следующий выживший. Ребята, выживает Дэн. А какой у него скин, вы знаете? А у него этот волчар. А, да, у него же теперь любимые скины волчары. Так, о, пацаны, внимательно. О, тут по телевизору мультики идут. Дэн, ты где? Молчишь, да? Хорошо, хорошо. Тебя это не спасет. Тут нету. Он любит молчать. Правильно и делает. Молчание — это золото. Так, пацаны, как вы думаете, где он? Я думаю, что он на втором этаже. Вам не кажется так? Поймал его. Ты убил его? Да. Молодец. Ну все, давай теперь ты выживай. Ребята, я надеюсь, что в этой серии я еще немножко повыживаю. Так, Данил пока не самый скучный выживал. Просто зашкирился и все. Он спрятался за котельной. А где это? Я не знаю, где это. На втором этаже. Ну что, ты готов? 3, 2, 1. Погнали, пацаны, мочим Патрика. Опа, вот он. Ну, Венера, ну я же был наполовину свой, друг, тебе. Хорошо. Я его нашел. Да, давайте, 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 мы должны его замочить. Почему наполовину, Дим? А, ну ладно, полностью. Это было место первое убийство. Так, я слышу, все крякают, значит, он где-то здесь? Он на третий этаж. На третьем этаже? Второй, третий. Да. На третьем, все хорошо. Те на третьем, пацаны. Хорошо. Бегай туда. Где? Где? Я его пропустил, что ли? Не спустился. Так ты, блин, увидишь, за хедкраба очень сложновато играть по ступенькам, но мы сможем. Так, давайте будем его ожидать. Может, он сесть кто-таки как-то будет проходить случайно? Я нашел Патрика. Где, где, где он? Он в сувенирах. А, все, я иду туда. Я иду. Да ё-моё, вы что, издеваетесь? Да блин, я умираю, я же хедкраб. Вот видите, тут случайно можно. Есть! Есть! Да! Наконец-то буду еще выживать. Ну что, я готов. Поехали. Уфил сломал. Опа. Опа-па. Не попал, отлично.
Надо очень быстро перемещаться по этой карте. Прям по головам наступал. Было бы классно, если бы я наступал на хэдкраба, и в это время я мог его убить. Блин, да как? С одного раза, что ли? Не бой, Дима, я затащил тебя. Блин, я дернулся так сильно, я хотел еще жить. Ну хорошо, убил. Блин, ну такие выживания мне нравятся, потому что очень сложно выживать. И при этом интересно. Я Патрика убил, Патрик меня. А вот такие вот дела. Ого, все разлетается от нас. Где, вот он. Давай. Эй, стоять, блин, аж за диван залетел. Он наверх, да, побежал? Да, он наверх побежал во втором этаже. Я его жду тут внизу. А, все? А, это вы друг друга убили, я понял. Ну что, пацаны, гоните его сюда. Я должен его все-таки замочить. Я хочу это сделать, и у меня получится. Дима, нет, я в этом ролике победитель. Вообще-то нет, Дима. А не, все поровну. Победила дружба у нас, дружба победит. Вот он, я его видел только что. Ага, он побежал, короче, на втором этаже, там где длинный коридор. Все туда идите. Ладно, я пойду. Я буду сторожить вход. Вот он! Давай. Эх ты, блин, еще бы чуть-чуть, я так хочу его убить. Блин, я в эти столы залажу головой своей. Эй! Он туда побежал? Меня никто не наделал. Вот он! Ах ты, блин! Блин, ну сложно напрыгнуть. Но у нас получится, у нас же семеро, понимаете? Семь бешеных хэдкрабов. Я знал, сейчас все... Дима! Да. Он стул свалил. Он опять вниз ушел. Да вы что издеваетесь? Ты, Патрик, вонючий, ты где? Я не вонючий, я крутой. Ты круто воняешь. Обалденно. Он просто на первый этаж спустился. Так, все, я его ожидаю здесь. По-любому, это то место, где он будет пробегать. Пока весь хорошо он выживает, пацаны. Просто великолепно. Вот он бегает. Есть! Я его ранил! Есть! Я его еще раз убил! Ребята, я смог! Да все. Опа! Обманули дурака на 4. Ай! Мало жизни осталось! Так, стоп. Главное не останавливаться. Прям наступая на них. Прости. Ай! Блин, увидел! Блин, классно, ребята, выживалочка. Если вы хотите с нами пообщаться и позаписывать ролики, залетайте в наш Дискорд, ссылочка в описании. И обязательно посетите наш Телеграм-канал, потому что в нем сейчас проходит розыгрыш игры Гаррис Мод. Любой может победить. Было бы желание. Смотрите, вот хорошая тактика. Он в сувенирах опять. Я в сувенирах опять, да. Блин, это жесть. Я просто бегаю по кругу дома, и это очень хорошая тактика. Лучшая из лучших. Тихо, ты вонючий хэдкраб. Отвали от меня. Блин. Я так испугался. Я его нашел. Вот он. Волчара, мочите. Ах, блин, еще бы чуть-чуть бы за хвост его укусил. Ах ты, еще бы чуть-чуть бы. Блин, он стоит. Может, он тут? Он в сувенирах был, я его потерял. Да нет, где-то есть комната секретная, он там может сидеть. Блин, я думал, я нашел тут его. Да как он убежал против... Как я его не заметил? Как это работает? Да я ему просил. Ребята, ждем его здесь. Смотрите, это тактика, которая беспроигрышна. Сейчас он придет ко мне сам, и я его убью. Наблюдаем. Его тут нету, можешь не прыгать сюда. На втором этаже, на третьем этаже нету. Да, я просто здесь жду. Ты уверен? Так я его увидел, его здесь нету. Ты прям на меня смотришь. На кого? На тебя. Да как? Да как? Да я застрял в ящиках! В ящики! Да как? Венера. Как это работает? Почему ты как-то поднимаешься, что я тебя не вижу? Ты что, залетаешь, что ли? Нет. Нету его там? Все, он убежал куда-то. А, блин, смотрите, он хорошо выживает. Если он сейчас еще 3 минуты повыживает, он будет победителем, получается. Лучше, чем я даже. Так, ящики закрыты. Здесь его нет. Блин, ты смотришь на меня. И при этом он реально там в углу сидит. Я потом на монтаже посмотрю, как ты туда попал. Если ты летал, то мы тебе победу не засчитаем. Как такое может быть? Я стоял тупо на лестнице все это время, и он там ныкался. А тебя при этом пацаны видели внизу. А может, тебя не видели никто не внизу? Я не понимаю. Ой. Хорошо, продолжаем. Прости.
Он, короче, забегает, где ты тупо шкерится, да, сидит? Молодец. У меня ещё 30 хп осталось. Блин, он тут был! Иди сюда! Я себе знал, что он там заранее выпрыгнул. Так, давайте его ждать. Он все-таки здесь пробежит еще раз. Ожидаем его. Это самая проходная часть, кстати, в этом доме. Ну? Ой, спасибо. Ой! Блин, Дима. А ну блин, ну мы наполовину уже свои. Он может быть на третьем спрятался. Дэн вообще красавчик, да, как шкерится красиво? Побежал-побежал, зашкерился. Побежал-побежал. И тупо сидит на месте, нигде не высовывается. Потому что риск того, что тебя убьют, очень велик. Да он на третьем... Один прыжок, что? И я уже готов. Так давай выходи, не ссы. Мы уже, короче, тут и все хэдкрабы стали, тупо шкерят все самые такие классные места. Вот он был, я его увидел. Вот он! Вот он. Я придумал, надо, короче, взять и закрыть здесь двери. И тогда он когда будет идти, и будет прятаться дверь. Ты, блин, я смотри, я все продумал, но не получилось. Поймал. Убил? Поймал. Да. Молодец. Ребята, напишите в комментариях, кто же дольше выживал, Дэн или я. И мы как раз таким образом мы выясним, победить. А я на монтаже возьму и вырежу, я долго выживал, и я выиграю из-за этого. Я псих. Ладно, я так не сделаю. Ладно. Я тебе не верю. Сделаю. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, Телеграм. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока. Пока.